Ее задержали за границей по подозрению в преступлении, которое, по версии следствия, было совершено 15 лет назад. Дзержинский суд Ярославля рассматривает дело 58-летней уроженки Литвы. Женщину обвиняют в мошенничестве. По материалам дела, в начале 2000-х обвиняемая жила в Ярославле. Оказывала услуги астролога и спирита. За помощью к ней пришла местная жительница. Ее 17-летняя дочь падала в обморок. Врачи не находили никаких отклонений в здоровье. Однако мама не успокаивалась. Подсудимая провела обряд и ошеломила. Якобы у девушки лейкемия. Чтобы спасти, предложила купить амулеты по 5000 долларов каждый. Кроме того, убедила ее в проведении обряда свадьбы на территории Литовской Республики. В общей сложности в период с мая по декабрь 2003 года подсудимая путем обмана и злоупотребления доверием получила от потерпевшей денежную сумму порядка 2 миллионов рублей. Астролог рассказала женщине, дочь должна выйти замуж за потомственного белого мага. Это якобы ее сын. Брак был официально заключен. Отмечу, из материалов дела известно, на самом деле школьница была полностью здорова. Сама обвиняемая вину отрицает. Один из ее адвокатов рассказал, ни о каком серьезном заболевании его подзащитная не говорила, амулетов не продавала. Наша потерпевшая имела определенную задолженность перед моей подзащитной, ну и, соответственно, она возвращала долги. Мы полагаем, что здесь имеют место гражданские правоотношения. Ну и второй довольно существенный момент, то есть ее обвиняют в тех событиях, которые были более 15 лет назад, то есть, извините, ну, сроки давности. Отмечу, ранее обвиняемая уже была судима. Как следует из материалов уголовного дела, она рассказывала людям, что им грозят болезни и впереди ждут большие проблемы, и продавала амулеты.